Юрин день рождения. Юре полтора года сегодня, и мы пришли в зоопарк. Когда на улице прохладно или жарко, и скачет пони на работу к 9, троллейбус из троллейбусного парка автобус, из автобусного парка готовы вас к воротам зоопарка, к воротам зоопарка привести, к воротам зоопарка привести. На этом мы пришли. Поставь его на пол. Мы пришли. Ой, прям такая... к тропическим птичкам. Мягкая земля. Птички с хвостиками там сидят. Птички спят. Кай-кай-кай, да. Спят птички. А где птички, Юраша? Посмотри. Попугаи на березе. Да, вот они. Челка из нежного шелка, он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такими, как я, такими, как я, такими, как я. Туда, где водятся слоны и бегемоты, орангутанги и другие чудеса, летают раз в неделю самолеты. Потом плывут неделю пароходы. Потом идут неделю вездеходы. Довезет за полчаса, а пони довезет за полчаса. У пони длинная челка из нежного шелка, он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такими, как я, такими, как я. Слушайте меня, паства. Сидеть. Так угарно, оказывается. Сидеть. Мяу-мяу, вот кыс-кыс. Вот так. Держи, смотри как. Ой, какая кошечка. Какие два барашка маленьких. Не кушает. Не хочет, сытая. Сытая кошечка, да? Киса маленькая, да? Ой, маковка. Дай козочке.
Не хочет эта курочка. Она дверь грызет. Другой дадим козочке. А вон сзади, сзади тебя. Ой, какая большая. Они ушли, все. Блин, они все сытые, ну вообще. Ух ты, какой черный, некормленный. Ну поешь. Ну поешь, пожалуйста. Он как пес такой прикольный. Ой, какой. У них подбородки такие мягкие. На, держи. Они просто пыхтят. Какие они мягкие, Коля. Да? Какие, смотри. Ой, какие мягенькие, смотри. Черненький, будешь кушать? Здорово, да? Ну давай, кушай. Ну хоть ты, да, поешь. Нет, пожевали нормально, маленькие. Этот как собачка, правда, я открыл подбородок собачий. Как у шайбы, блин. Да. Ляльки, привет. Здорово. Здрасте. Здрасте. Привет. Они не плюются, нет? Нет. Ой, кто пришел, смотри, стоит. Мне глаза страшные. Ой, смотри, кто еще. О, малышок пришел. Смотри, какой маленький. А вот так смотри. Дай тебя потрогать. Ой, какой маленький. Ой, какой малыш. Блин, какие ляльки вообще. Вот, кстати, да. Это правильно. Ой, это мальчик. Ваша. А это свинки. Смотри, какой малыш. Второй малыш. Подвон, ты посмотри, подвон. Да. Подвон. Не знаю. Наш мужик подходит. Ой, какие нам. Выносики. Выносики. Какие классные, да? Такие чистенькие, слушай, да, вообще. Да. Лучше не чем шайбу даже, да? Хуже не. Не хочет кушать, кыс-кыс. Да? Не кушает. Не кушает, хотя бы чурово погладить. Блин, правда, шоу. Такие гладкие. Привет! 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 Мы с собой взяли чай, который выгулили. Который прекрасно греет мне спину. И кексы. Который прекрасно греет мне спину. Mighty jungle, mighty jungle. Ты главное, видишь ли такое небо? Значит, будет минус 30, северное сияние. Днем бы и ночью на пони катался, я дедушкой стал бы, а с ним не расстался, а с ним не расстался. Всегда прекрасен самолет над облаками, и корабли прекрасны все до одного. Но трудно самолет обнять руками, и трудно пароход обнять руками, а пони так легко обнять руками, и так чудесно нам обнять его. И так
чудесно нам обнять его.